Ребята, всем привет-привет из лесу. Так, я привез Катю на романтик. Угу. Романтик, так сказать. Все в пыли тут, корову. Я весь багажник. Вся коляска. Мы ехали там картоху копать, пылище, заладно. Че, все сухо? У нас кумари что ли встречают? Нормально? Люк страшный. Малыш, я тебе воду не взял. Все, пойдем искать с тобой. А кафет отдам? А? Кафет взял? Взял. Она хорошо влажная. Столик? И-и-и. Давай, и-и. Катер самобранка. Оп. Как сидишь тут правильно? Я тебя поправлю. Ага. Обманул? Ну, вот это. Вот это? Нет. Здесь не сахар. Это что, романтик? Ты что, забыл? Да. Да. Угу. Ой, какой термосок. Хотите одну пасту? А? Ну какая паста? Это гусеночка. Как бессонница, чем слышно. С нами в ресторан, добро пожаловать. Так, всем приветики еще раз. Так, смотри, что мясо по-французски с помидорками под сыром, колбаски, молбаски, чаечек. Ничего, пускай кусает, он тебя целовает, встречает тебя комар. Бессонница. В лесу хорошо, как прохладненько, да? Мы сейчас ехали, там картоху копать. Караул! Машина вся в пыли, внутри пыли, я печку на всю, из окон пыль летит. А малыша обогнали, его не видать. Давай это останавливаться, ждать, когда он там из песка вылазит. Пошел искать водичку. Не знаю, найдет ли здесь сухо. Что тут 2-3 недели вообще не было этого дождя. Там прям и ил, прям едешь в поле ил картоху. Как там ребята копают караул? Привет, красавчик, привет, приветики. Звука нет. Ничего страшного, потом появится. Так, привет, приветики. Доброе утро, любимка, уже на природе, здоровьем, хорошем настроении, отдыха. Спасибо, ребят. Кривочек дальше. На платочек надо было. Воскресное утро, спасибо. Не надо платочек. То будет жарко еще. Яички надо чистить. Интересно, вот это вот песком покрылось, а нет штука. А ты так ее, что ли, накрыл? Не на Крым шевец. Да, так, же. Надо Катю чуть-чуть не угостить, вот вкусняшка. Пока тепленькая. Я только-только приготовил, с огня снял. А вчера, правда, это за... Ну-ка, попробуй я. Вдруг невкусно, она будет укать. Это.
Я вчера курочку отбил. Тык-тык-тык-тык, грудку. Как следует. Посолил, поперчил. В тарелку пакетом накрыл и в холодильник до утра она лежала, мариновалась. Угу. Вкусненько, мягенько, вообще супер. Привет, грибочки, сегодня ранние пташки уже в лесу. Привет, Юлька Банда, здорово. Знаешь что, дома это окна забиты, там темно, не понятно. Ага, и все время там есть охота. На кухню ходишь, только и ходишь. Мы приехали в лес есть. Да, мы в лес приехали есть. Ну, тут другое дело, природа. Поэтому это, вот так. Ну, свежий воздух, вот, маленько, что-то обстановка сменить. Привет, грибочки, ага. Приветики, Костя и Катя, у нас сегодня тоже погода просто класс, ага. У кого сегодня днюха? Наташка, Лёшка, приветики. Понятия не имею. Воскресенье у Наташки. У какой Наташки? Пушкина. Это она спрашивает. Хитрюга такая. Натаха, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья, здоровья, здоровья. Еще раз денег. Цвети, пахни золотушкой. Фейерверк. Сейчас мы чаю за твое здоровье нальем. Угу. Поздравляем. У кого, говорит, сегодня день рождения? О, блин. Караул, ребят, что вкусно? А если все это греночка? Эх. До кафе не дотягивает, салфетки нет. Хорошо вам отдохнуть. А у меня Татьяна. Татьяна. Привет, Костя, Катя, у нас сегодня тоже погода просто. А имя меня Татьяна. Очень рада. Так, а как здорово, завтрак на природе, супер, хорошего вам отдыха. Спасибо, спасибо, Машуля. Так, вот такие суперские. Маленько, какие молодцы. Приятного аппетита, я с вами кофе пью. Я не попил сегодня даже кофе, Юлька. Угу. Никто нам не приехал на выходные, все киданули нас. Угу. Наши все болеют. В баню сходить не с кем. Машуля сегодня на работе, первый день. Угу. Машка, мы тебя поздравляем с первым рабочим днем. Тю-тю-тю-тю-тю. Угу. Что тебе? Вкусного обеда и ноль браку. Ну, брак, это бутылки бракованные имею в виду. Доброго начальника. Что-то лает, малыш. Спасибочки. Пожалуйста, Наташа, с днем рождения. Доброе утречко, приятного аппетита. Так, доброе утро, любимки, молодцы, уже на природе, приятного аппетита, я вот тоже кофе пью. Да хватит уже, кофе они пьют, я это вообще кофе не пил сегодня, чай вот взял. А почему-то, когда из дома еще вышел, это, подумалось, надо было кофе, а большой термос чай. Почему только чай заварил? Так, быстро поднял? Считай, что не падало. Чаек заварной, вкусный. А шкаятку не взял, да? Шкаятку не взял, потому что чай сладкий. Никаких шкаяток. Только вот у меня что есть. Ха! Это я так и чаем запиваю. Добрый день. Привет, приветики. Костя, у меня слюни до колен текут. Вкуснятина. Я вообще молодец, сегодня с утра приготовил. А вчера суп... Ну, суп вчера варили. Суп-то мы вчера сварили. Ага. Со скандалом, правда, но это... В новой кастрюльке. Что я там делал-то? Пережарку я, правда, сжег, половину выкинул, пока в компьютере сидел. Ага. Вкусненький. С этими, с макарошками, петитим, или как вот они маленькие такие. Ну, вообще вкуснятина. Курочку, обжарочку, картошечку. В общем, вкуснятина. Доброе утречко всем из Смоленской области. Приятного аппетита, хорошего настроения. Ну, вчера что, Катя вот весь день вчера, можно сказать, спала. В компьютер маленько посидела. Я суп сварил, поел, посидел в компьютер, она встала. А, я еще спал тоже днем. Она встала, поела суп, и, в общем, мы спали до утра. Ага. Шивый глаз нас какой-то, ага, наверное, подслеживает, поэтому мы спим. Никак сил не наберемся. А сегодня что-то ел горячее. А что я сегодня ел? Я спал, не знаю. Что-то я сел прям горячий. Или это я вчера суп, наверное, ел. У меня все небо слезли. Я люблю горячий хлебать. Ну что, чай пошвыркаем? Говорят, эту фразу была вообще в этом фильме. Как его называют? Где он? Беги, дядь Лёнь. Голуби. Любовь и голуби. Вот с этого фильма эта фраза.
приветики, дорогие. Натах, привет, приветики. Малыш за грибами зовет. Да, Зоя, пошел проверять. Один раз было, прям точь-точь-точь. Ходили мы, когда Вовка туда, на то наше место наверх, это, на поляну, это, и никогда туда не ходили. Прошли, и налево малыш лаял, Вовка говорит, пойду посмотрю. Зашел, мы там белых набрали, караул сколько. Вот. А что, муж соображает, да? По старым дорогам. Старых дорог, потому что влага еще есть. Сейчас покажу вам гриб. Мы нашли. Мы за грибами зовет. Ага, как всегда. Выздоравливайте, обязательно к вам приедем. Ага. А вы на природу приехали? Класс. Да, Наташа? В лесу вообще хорошо. Тут такая прохлада, свежесть. О, красота. Мы на своем месте есть охота. Да, на свое место приехали, где мы любим быть. Ну, через поле ехали. Я потом видео вам покажу. Там зола, ребят, вот столько прям золы, прям багажник весь в пыли, машина вся в пыли, там я эту печку на всю пыль из окна вылетает, малыша не видать сзади. Привет, какой красивый бокальчик у Катерины. Жемеля подарила. Да, Надежда, это, да, Жемеля подарила. Санкт-Петербург. А у меня какой красивый. Привет, приветики вам. Приятного аппетита. Спасибо, на свежесть. А грибочек будете собирать? Нет грибов? Грибов нет, ребят. Не, ну все равно пройду. Сейчас покажу. Мы когда ехали, по дороге нашли белый. Нашли белый гриб. Как бессонница. Что-то я зажалел помидорки-то. Одну только порезал. Приятный аппетит, спасибо. Здравствуйте, как ваши делишки? Туда-сюда чугун купили потихоньку. Как отдохнули на море? Ну, отдыхать не работает. На какое море ездили? На черное, Геленджик. Привет с Воскресенского, как здорово вы сидите, я тоже хочу. Ага. Мы спрятались от суеты, от проблем. В лес мы убежали, мы тут жить будем. А то приставы, судьи эти все замучило, это нас вся суета. Если что, приезжайте, 16 градусов северной долготы, 18 южной широты. А сегодня драники готовлю с обжаренным мясом. Драники, драники, что такое драники? А, кабачковые драники, яблочные, да? И что, с мясом у тебя, что ли? А, с грибами, с обжаренным, вообще круто. Любаша нам тут икру грибную приносила, вкусненько очень. Я пока больше не хочу. Не хочешь? Давай чаек. Сгущеночкой лизнешь, прям. Да! Не рассчитывал я на тебя. А шоколадку нельзя. Кать, подумал, честное слово, если. Ой, а тут и не сгущенки-то нету. Кто-то в холодильник к нам проник. Давай, Корей, есть. Оба. Ура! Горячее. Кто-то в холодильник к нам проник. Ух, блин, а. Поближе подвинемся. Привет, приветики, 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 родные. Леночка, привет, приветики. Пробежал. Да тут носится где-то. Он бегает, наверное, воду ищет. Может, где найдет это. Тут же эти ездят, как и лесовозы. Так, а шашлычки будут? Нет, какие шашлычки? Мы в лесу. У нас мясо по-французски. Сыр, колбаса, яички домашние. Огущенки. Гренки. Огущенки вообще нету. Это надо. Ой, помада. Да. Кто-то с сгущеночкой прямо опрокинул. Мы сейчас едим. Я вот так надую ее и обратно в холодильник положу. Мало того, еще она меня киданула. Нет, мяско поела и все, да? Ну зачем портить аппетит? Вкуснятина, что ли? Кыш-кыш. Ой, как хорошо. Вот две этих елки стоят, промеж них бы гамак натянуть, и лежал бы я, книжку бы читал. Херню сказал, да? Что-то сейчас попробую протереть экран, подождите, ребят. Экран, а камера. Чуть не улетел. Все, все, не гляди на сгущенку-то, глядит она. Ага. Как лиса на курицу. Это что такое? Мне хоть лизнут разок. И вообще ничего нету. Все. Считай, зря приехал. Из-за нее только и ехал.
Мы сейчас ехали, у нас песня. Кто хоть раз со мной покатается, угнала его. А это едет со мной покатается. Привет, Кью, супер, привет. Спасибо, ребят, Краснодарский край. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. И Владимирский. Ну, рассчитывал я, не рассчитывал на тебя, да-да-да. Раньше вообще Катя сладко не ела никогда. Сейчас лупит и лупит эти сладости. Не знаю, может, она хочет, чтобы мне меньше досталось. Да? Хорошая, я тебе отмазку придумал, да? Да, молодец. Чаек заварный, вкусный. Ну, нет, ну конфеты-то что-то ты почему не взял-то? Кать, что-то, ну, подумала. Ну, я думаю, полезно проведем время, без сладостей. Ну, мы полезно проводим с конфетами. Да. Картофельные драники из кабачков – это оладьи. Ну, не важно. Ну, ладно. Доброе утро. Анушка, привет-привет, Золотушки, Лехи, привет тебе, привет всех, обняли. Катенька, ты молодец каждый раз. Катенька, а, Костенька, это молодец. Куда ты выгулишь, а природа, это просто класс. Ну, вообще, я ее привез оставить здесь, если честно. Ага. Нажгла она мне. А я потом это скажу. Дед Мороз придет, скажет, тепло ли тебе? Ага. Ну, гостинцами приедешь. Так, привет, приветики. Классно у вас там, Кость, как дела с приставами? С приставами все так же. Там у нас новые дела появились, ага. Пошлите, ребят, я вам покажу грибок. Кать, посиди маленько. Угнала тебя. Мы за грибами вот так вообще ходим, чисто по дороге. Мы с Катей всегда сюда ездим. Это излюбленное наше место, так сказать. Излюбленное. Вот что-то есть, смотри, какой-то мухомор тут спрятался. Это что? Точно мухомор. Что-то сухенькое. Эх, бравого бы найти, хоть порадоваться. Нету. Вот он стоит, смотрите. Мы ехали, его с дороги видно. Смотрите. Огромный. Ну, весь съеденный уже. Сухой. Ну, какой. Ну, сколько мяса у него. Мясо прям, мясо. Может, еще рядышком есть. Смотрите, вот бугорки, это могут быть грибы. Поставить бугорочек. Раз. Что-то там засохшее здесь. И здесь. Сухо, пекло. Пекло. И в лесу, на полях, везде пекло. Они, может, вот в амху еще влага какая остается. Где-то вырастают вам помалу. Не видать. Угнала тебя. Угнала. Ну и что же тут? Как ремена. Сыроежки те все посохли. Мы когда с Катей сюда приехали, сколько лет, 8 назад, у нас мотоцикл был. Урал с люлькой. Мы едем, и прямо с дороги вот останавливался, срывал белые грибы. Ага, вот так было. Красота. Без сахара жить вкусно, скучно. Согласен, без печенек, без пирожных скучно. Эй, чё, а сахар, чё он сахар? Привет, как классно, я тоже люблю грибы собирать. И мы любим, а нету, ребят, грибов вообще нету. Вот с Натахой приезжала, маленько мы собрали прям подосики, подберезовики. На редкость нечервивые были. Белых нету, боровых нет, ничего нет. Остальные все высохли. Всегда здесь грибы были, всегда. Вот прям по краю белые росли. А это там дальше наша дорожка любимая. На ней как не приедешь всегда. Утром можно нарвать грибов и в обед приехать еще раз нарвать. Ой, это что за принцесса? Тепло ли тебе, девочка? Тепло ли тебе с красного? Дурел старый. Женихов давай подарку, да? Моя ты женихов. Женихов, говорит, давай подарку. Что
Ты что там хочешь найти? Ты куда? Закрывай глазки. Закрывай! Убери. Все. Смотрите, ребят. Столько песку на машине. Траву прям. Попить можешь? Давай под женю погорячее. Женихов говорит, давай. Приданная. Ага. Так, привет. Молодцы, ребят, все на юморе. Ага, приветик, привет. Костя, как твое отчество? Владимирович. Привет, привет. Да, согласен, так жить веселее. Я говорю, это так, привет из Саратовского края. Как у вас красивый лесу, дай бог вам здоровья. Угу. Так, привет, приветики. Приятно вам смотреть, настроение поднимается, спасибо. Ага. Мы всем живем так, много. Возбудили. Не возбудили это, Татьяна, в суде. Ага. Мы юристов наняли. Ага. Все, на следующей неделе будут они, юристы, все решать. Неохота самим, ничего не набегаешься, не насобираешься. Я в суд позвонил, как будто это к Богу позвонил туда, там меня отчитали. В небесную канцелярию как будто позвонил. Ага. Воткнули мне по самому небалу. Я говорю, ну ладно, спасибо на этом. Так, при машину придется отмывать. Да не, с ветерком, он песок сухой, он потом отлетит. А внутри влажную уборочку надо делать обязательно. Она же вся дырявая, там пыль внутри. Печку включишь, все в окна вылетают. Ничего, нормально. А мыть у нас мойка есть дома. И маленькая, и большая есть. Угнала тебя. Дай ему конфеты-то. Где-то носится. Малыш, малыш, малыш! Иди сюда. Малыш, иди конфету дади. Кафета. Малыш, 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 малыш! Малыш! Убежал козел где-то. Угнала. Вот он, так, вот привет. Он, вот он, брызгать лицо нельзя, брызгать от комаров. Все, маленький. Почему нельзя? Они на лицо и кусаются. Малыш, на! Держи, мой хороший. Где-то воду нашел, но сырой. Все, ешь. Слушай, мы не уходим никуда. Ешь, ешь давай. Не будешь? Сырой, смотри, в луже был. Отряхивается. Молодец, нашел где-то. Все, ест. Это его любимый. Когда сильно голодный, он проглатывает ее, не жувамши. Мы его ругаем, говорим, покайфуй, малыш, ну, пооблизывай маленько ее. Ложись, ложись и жуй потихоньку. Так, привет, приветики. Стоять, никогда сильно голодный. А когда мы не ждем, вот, ну, ему дадим и пошли. Он ее глотает и это. Он с магазина выходит, а мы его приучили. Катя сюда на коленочки ложим всегда сардельку, сосиску или что-нибудь. Он сразу, или приедем, он сразу к Кате. Где сарделька, где сосиска? И с магазина также это. Так, привет, что случилось? Брызгать лицо нельзя. Да как нельзя? Доброе утро, Кишинева. Смотрю, у вас прекрасная погода, а вы плаваем второй день. Идет проливной дождь, бабе лето. О, и глядишь, и к нам придет. Да, нам грибов не хватает. Если дождик будет, наверное, будут грибы, да? Ну, как раз к бабему лету бы. Эх, белые, бровы. Ну, как посмотришь в интернете. А в Беларусь пошли у вас грибы-то, нет ли? Расскажите нам. Иринка что-то молчала. А, говорила, не было. Вот я списывался с ней. Дня 2-3 назад. А что, время меняется? Вкусно. Еще погода-то, может, еще в сентябре будет, еще бабе лето до октября. Ну, так оно 14-го начинается. Почти 2 недели идет. На, сырок. Там в рот попал, спорол. Почему Екатерина всегда в носках? Потому что она мерзлик, Екатерина. А в чем же ей? Когда босиком, почему босиком? Когда в тапочках, почему в тапочках? По-всякому, ребят. Когда холодно, еще вот сандалетки вот одеваем ей новые, видите? Тепленькие. Плюс носки. Южные. Южные, да, девочки нам подарили.
В Мордовии пока грибов нет, сухо. Ну, будут еще, как думаете? Рассчитывать стоит? Если ой, солнышко обнимает нас. Привет из Витебска. Из Витебска. У нас давно дождей не было. У нас недели три, да? А до моря-то было. Мы успели грибов набрать, как следует. Нет грибов и дождей нет в Беларуси. Понятно. Так, привет, приветики. Уважаемая, почему в трусах? А потому что дома ходим. А это, как там это, стринги-то? А, колющий, режущий, почему? Привет. Привет, у нас в Московской области очень тепло, но уже охота прохладу. А у нас ночью холодно. Ночи холодные. Это Катя с грелкой. Я говорю, я еще специально ее переворачиваю, раскрою одеяло. Говорю, тебя не укрывать. Она, укрывать, укрывать. И глаза вот такие, хоть и спит. Она же мерзлик, ей надо грелки. Ночи прохладненькие, прям хорошие. И сейчас это, в лесу прохлада сохраняется, а там это, дома жарище в огороде. Ну как жарище? Градусов 20, наверное, больше-то нету. На солнце тепло, жарко на солнце. Да. В прошлом году в воскресенье были грибы в октябре. Да, в Воскресенске. Клево. Значит, будут. Будем надеяться. Хоть собровых таких настоящих, коричневых, чтобы. Но вот эти дождь пойдет, они пойдут. Это ты, Кать, видел, он это весь его съеденный. Ну прям это разломался и там белый такой мясо. Ну, уже все давно уже. Так просто. Привет, приветики. Много вопросов. Посмотрите страницы Кости и Кати, а вы все будете знать. Так, конечно, будут сейчас дожди, туманы, и пойдут, и грибы появятся. Брест приветствует вас. Приветики! Мы это на тахту сюда не взяли, потому что это дорога была не очень хорошая. Хорошую машину не очень хочет. Да-да, тут ветки, метки, все поцарапает. Попите. Пожалуйста, пожалуйста. Эх, конфетки бы не хватает, да? Или печенька твоего вкусного. Сгущенку-то спорола, это хорошо тебе. Чё, пойду я прохожу, пройду с маленькой. Посидишь? Давай, иди. Давай, если что, кричи. Я вот тут 30 метров 50. Я тебе убрал вот это, а то этот крючок пойдет, и ты это выпьешь. Я тебе дам крючок. Ну, у тебя чай горячий? Чай не сопленько. Таблеточка где? Здесь тут было. Ты уже доставал вот это. Это не знаю. А, я сюда положу. Ну, сразу три, помягче будешь. Угнала тебе. Один раз это. Мы всегда приезжаем, Катю я здесь сажаю, сам иду за грибами. Здесь дорога метров 200, наверное. Я туда-обратно прихожу, пакет достаю, ей хвастаюсь. Она, иди еще раз. Я в эту сторону иду, тоже метров 200. Ага, она, прихожу, хвастаюсь. Грибы высыпаю, она, иди еще раз. В общем, три раза я захожу. Три разных места. В тенечек. Полетела? Ой, вкуснятина. Ой, хорошо-то как. Допивай. И мне глоток хорошо давай. Хорошо, как? Да, чудесная. Угнала тебя, угнала. Ну что, тут кремена. Куда бы ни поехали, вряд пожрать бы. Да-да-да. Натусик, приветики, приветики. Так, кому там привет? Как хорошо с вами на природе. Ого, вы уже в лесу. Идем, ребят. Кто увидит гриб, кричите сразу. Так, вот такие не берем. Когда грибной год, это уже здесь грибы начинаются, белые. Вот, сейчас покажу место. Вот за этой березкой, прям вот тут пятачок буквально 2 на 2, 3, 2 на 3 метра. И он весь белыми засыпан всегда. Маленький. Ну, их не успевает им давать нарасти. Все время всем достается, в общем. Нет, что. Сейчас видите, как сухо. Ну, поганки даже все подсохли.
Угнула тебя, угнула. Ну и что? Дышите воздухом свежим, ребят. Ну и что же тут криминально, да? Лезет какой-то, лезет. И... Толканка поганая. Ну, ну, ну. Вот здесь что это такое? Нету там ничего. Малыш, ищи беленький. Ой, смотрите, кто-то эту птичку поймал, тут заел. Аля, стрелю, перышки одни. Что за птица была, интересно, красивая. И корень от грибочка лежит. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут? Алтайский край, огромный привет с Дальнего Востока. Привет, привет с Казахстана, как ваши дела? Хорошо, ребят. Ну вот в лес выбрались маленько посидеть, покушать, чайку попить, подышать свежим воздухом. Так вот беленький стоит. Или что, это подосинок подбежал, скрипит. Гнилющий весь. Первый, когда в первой линии грибов была, было сыро. И они росли уже сразу сырыми, гнилыми. Ну, успели нарвать хоть что-то. А сейчас сухо. Теперь опять дождичка надо. А он что-то к нам не идет. Грибочки, вы где? Угнал тебя. Угу. Ну и что же? Вон он стоит. Стоит. Даже два штуки вместе стоят. Два друга. Вот. Все. Гнилые. Гнилые. Жалко. Как хочется крепеньких найти, хорошеньких. А здесь вот еще это. Ну здесь это. Лесовоз, что ли, проезжал. В прошлый раз я был. И еще это сырая. Земля сырая. Поэтому может что-то попасться. Сколько гроз? Грибов хочешь, будете планировать море на следующий год. Не знаю, ребят, что планировать, не планировать. Бог даст, поедем. Так, приветики. Конфетики. Градус, не знаю, ребят, тепленько так на солнышке. Тенечки, хорошо в лесу, прохладно. Свежий воздух. Я не смотрел, сколько градусов мне не надо. Угнала тебя. Угнала. Эй, лес, лесок, подари грибов. Белый боровик под березови. Нету, нету, ребят, грибов. Вот когда грибной год, на этой дороге можно ведро набрать. Там она кончается, недалеко. Пойдемте обратно, только там. Угнала тебя. Малыш, иди, Катя, смотри, а? Кумарей отряхивай от нее. Ну и что же тут, кроме... А туда, если подальше, сейчас назад идем. Маленько закат пройти, 50 метров. И направо, там мох, болото. Там тоже могут быть грибочки. И там по опушке проходишь дальше. Потом налево и на другую сторону дороги. И хорошие места. Далеко ходить не надо. Приехал, походил, ведерко набрал. Вот он стоит красивый. Ой, ребята, что ты? То, о чем мечталось, а? Хороший мой. Золотой ты мой. Ура! 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 Красавчик. Красавчик. Вот тут сыро. Сыро, да. Ножку, я думаю, половину выкинется. Сейчас придем, обрежем. А, нож есть, да. А, какой красивый. Ой, милочки мои, грибочек. Ура, ура, ура. Чу-чу-чу-чу-чу.
Супер, да? Похоже? Грибулечка. Угнала. А вы заметили интернет, какой в лесу? Ну, можно тут хату колотить, шалаши жить тут. Надо второй телефон. Катя бы поставила, она бы нас в эфире смотрела, как мы за грибами ходим. Катя, тебе тоже надо телефон, чтобы ты нас глядела. А? Да, один нашел. А крику, говорит, было. Ты что, Катя, издеваешься? Смотри, какой красивый. А ура, кричал. А тю-тю-тю, давай. Караул, я думала, там это... Красивый? Да, дождь из грибов пошел. Красавенный же, как дождь из грибов. Да, это... Ой, как красивый, шны. Немножко маленькая гнилая. Да? О, чистая. Ура. Чистая, ребят. Чистейшая. Чистейшая. Блин, какой хорошенький. Понюхай. Можно с него прям маленький супчик сварить. Маленький? Угу, маленькую кастрюлечку. Какой счастье, нет, ну, белый гриб. Я думала, там что-то приятное отсадить. Нет, нет, хоть один ты хоть радостный. Ура, ура, ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, как красиво. Вот тут надо было поставить. Как у нас гриб. Ну да, тут уже начинали его подъедать от корня. Мало-помало. Вот сюда поставь, пока грибочек с нами стоит. Вот он хорошо стоит здесь. Нет, у меня тут тоже хорошо стоит. О, как стоит. Ты что тут все поскидала-то? Сгущенка спорола и скинула, главное. Деловая колбаса. Ну все, любуйся. Что, от солнышка-то спрятать? Смотри, что она, да, я сюда, и она сюда. Или тебе хорошо так, не? Хорошо. На солнце хорошо? Так, давай я тебя маленько разверну, я пойду в ту сторону теперь гулять. Тихо, 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 тихо. Куда ты, куда полетела? Смотри, что делает. Съехала, Костя. Съехала. Съехала, чуть не улетела. Срамота-то это. Думаю, оторвать. Ты к машине прислони, чтобы ты не улетела вдруг. Машина сзади будет. А где грибочек-то? Куда хоть? Туда? Сама, ты что, сама, ты будешь что-нибудь делать? Давай. Пальчики выпрямляй, туда толкни. Ничего не хочет делать. Нос еще маленький. Все, нос, пожалуйста, сопливчик. Все, грибочек с тобой остается. Красивый, пусть стоит тут. Нашел беленький, ура, какой красавчик, ага, поздравляю, хороший гриб. Так, еще пару штук набрать, грибной супчик будет. Да, да, класс, вообще красивый какой, чистенький, чистейший. Думаю, конь так вообще шикарный. Моя-то. Так, все, Кать, 5 минутков, я побег. О, какой-то стоит тут непонятный. Что это? Угнал. Тебя угнал. Я люблю вот так за грибами ходить, по краешку дороги. Нафиг куда-то заходить неохота. А на край дороги всегда больше грибов. Угнал. Вообще у каждого, наверное, свои места есть любимые. Куда ходить. Ходца. А-на-на-на. А еще это
запоминается, где грибочки находились. Вот здесь сейчас справа. Мы тут с Катей ехали на коляске, она нашла вот здесь вот. Раз грибочек. Тут разворачивался, что ли, на тракторе. Угнала, Тим, угнала. Ну что ж тут хрена? Я ждал. Дорогу завалили, сами попадали гнилые. Что это ураган, что ли, какой тут был? Повалял все деревья. Угнала. Угнала. Ну и что же тут? Время. Всем здравствуйте, хорошего дня. Спасибочка, взаимно. Идем искать грибы, ребят. Если что, кричите, стучите по экранчику, если что. Кто увидит беленький. Так, нам еще два штучки надо найти. Блин, чуть не упал. Ну и что же тут? Криминально. А еще всегда листики какие-то лежат в коричневом, кажется. О, грибочек, вижу, что там. Вот здесь тут раз сразу три белых стояло. В одной кучке. Свои любимые места, конечно, есть. Ну да. Ну, вот, сказать, сюда любим ездить. Ну, что это такое? Я думаю, это беленький. Беленький, красивенький, маленький. Как думаете? Думаю, это белый, 100%. Он самый красивый какой. Ну, здесь тенечек. Угнала-ти, угнала. Ну и что же тут? Криминал. Ой-ой. Угнала. Так, где-то тут старая дорога. Я по ней всегда ходил. Вот здесь. Травы уже много наросло. Эй, грибочки, вы где? Бери, да-да-да, добро. Ура, беленький второй. Такой хорошенький, крепенький. А что, он молоденький? Два раза тапку проколол. Угнал. Вон брусника. Какая наливная красная. Это делянка новая, вырублена. Все, дальше не пойду. Туда дальше тоже можно, есть хорошее место. Но не хочется мне. Вот он стоит, красавчик. Вон второй. Березовик. Оп. Ты посмотри, чистейший. Ну вот в этих порах все равно эти есть. Не буду его брать. Ну хороший, так бы взял, если бы был с корзинкой. А это уже съеденный. Тоже и маленько. Угу. Так что есть еще грибочки-то. Какой большой, а можно это варить тот самый то на супчик. Угнала. Ага, в лесу интернет, я тоже удивляюсь. Еще лучше, чем в деревне, блин. Угнала. Тебя. Именно.
съеденный весь. В этих местах подосинников набирал хорошо. Прямо здесь за бревнами кучками росли. Ну и что же тут? Времена. Чаще поганки, чем хорошие грибы, ага. А сейчас такая засуха, и поганки-то все высохли. Ладно, гриба нет. Когда гриб есть, уже бы мы ведро с вами набрали. Дождичек, дождичек нужен. Вот в бабе бы лето дождя, тепло и дождичек. Вот это было бы, да. А не малахом, чтоб грибная паутинка, она только и ждет. Чуть-чуть попиться и пойдут. Ну и что же это? Я в тапках ходю. Кать! Ты где? Ну-ка покричи нам. Привет. А? А, вот один так и нашел, смотрюсенький. У него головку уже отваливается. Лес, как я говорю. Лес, лесок, подари грибок. Белый боровик, подбереза. Здравствуйте, здравствуйте. В Мордовии тоже появились медведи. Не, у нас медведей нет, волков нет. И изредка, когда, да и то никогда не видел. А где Катюша? Ой, вот она, за грибами тоже ходила. У нас тоже медведь в Калужской области, грибов много, но никто не ходит теперь. Откуда они там? Кто там между деревьями пробежал? Малыш. Как красивый воздух, наверное, свежий. Не то слово. О, хорошо прям дышать. А я устаю быстро в лесу от воздуха свежего. А вот на море не устаю. Переизбыток кислорода. Почему так? Потому что там воздух, наверное, другой, маленькая влажность, что-то. Сколько мы там носимся, да? Мы тут все походил, я весь сырой, устатый. Еще туда охота сходить. Давай, еще третий грибок надо. Да? Конечно, что-то тут два. Надо три. От лесных пожаров они, наверное, бегут, медведи эти. Зоопарк им надо, тады. Угу. Я оставлю, Кать, тебя, посидишь тут с девочкой. Ну нет, я тебя не прочитаю. Но... Ну да думаешь, нет? Не, да ты что, стесняешься, что ли? А? Я как-то не умею болтать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Привет, Катюша. Простите, я не умею, как Костя, прочитать, рассказать. Я так это... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Кусать тебя ногу скорее. Кать, ну что, я их... Вот он. Ладно. Пойди еще. Еще один грибок, только кричи сразу. Кричать сразу? Ладно. Подари грибов белых боровых под березовых. Идем еще в одно место. Только я подольше уже. Ты только жди, ты жди меня, родная. Так, он какие-то там засохшие уже. Вот сколько. Много каких-то непонятных. Место хорошее, прям грибное. Влажно, сыро, мох. А нет. А не только.
Ты жди меня, моя. Так, а я прошел это делать, где я вам показывал. А, вон он валяется. Большущий прям стоял, смотрите. Вон, уже подъеденный он. У нас, да, в Бирковском районе видели мишку. О. Не малыш, это был кто-то большой черный. Ага. Это нас тоже охраняет тут. Значит, ты только жди, ты жди меня, родная. Малыш, ищи грибочки. Бегаешь попусту. Чуете, какое место? Мох. Когда мы приехали только, я говорю, лет 8, он стоит беленький. Были тут грибы, а потом стало меньше и меньше. Высох же уже. Весь высох, съеденный. Никто его не увидел, как он вырос. Ты только жди, ты жди меня, родная. Так, что, кто видел, что, приветики. У нас бежали из заповедника. Вон что, приветики из Калуги. А у нас тоже дождей не было, грибы пропали. Пропали, сухо. Пить-то ход своим тоже. Ты только ты жди меня. Эй, вы где, грибочки? Вот тут дальше слева болото. Болотина, низина. Вот так ее вокруг обходишь. И вот так круг даешь. Там другую сторону дороги. Но мы так не пойдем. Вот. Все засохшее. Ой, стоит, ребята. Кто видит? Кто увидел гриб? Подкрадываемся. Подкрадываемся. Ой, ты бог ты мой. Какая же это красота. Иху! Иу-иу-иу. Вот это гриб. А вон, смотрите, стоит, ребят. Справа от дерева шапка какая. Вот это гриб, вот это грибулечка. Привет, большой Собинки. Привет, ребят, приветики. Вот это грибулька. Так, надо ямку зарыть. Там еще вырастут потом. Ой, ты мой хороший. Золотой хороший мой. О, какой, кто-то не углядел. Не углядели. О, огроменный. Красавец, ребят, вообще красавец. Ну, смотрите, вообще он твердый, мощный. Мощный, мощнейший. Так, смотрим еще повнимательнее. Сейчас бы полянку прям найти, да? Штук 30 бы белых боровых. Березовых. Тишина. Блядь, красивый какой. Ой, простите. Ты только жди, ты жди меня, родная. А? Красавчик какой. Не ожидал я найти. Второй такой красивый уже. Идем еще, может, найдем. Малыш, вот такие ищи. Стоял тут такой спрятанный. Вообще по закону всем, да, грибочек если есть, значит рядом еще должен быть. Ну сейчас так как сухо, поэтому такой закон, наверное, не действует. Он тоже подгнивший уже весь. Кость, не заблудись. Не, ребята, я сюда 8 лет хожу. Каждую здесь деревце знаю. Ты жди меня, родная.
и не заблудишься. Здесь же везде поля, везде это, опашки противопожарные, везде дороги. Все, пойдемте, Катя, хвастаться. Хорош, красивый. Не люблю только когда паутина, блин. Подожди меня. По дороге не хочу ноги ломать по ветке. Блин, ну приятненько какая. Скажите. Катя сказала 3, значит 3. Все, понял. Да, это 3-й получается. Там беленький маленький. Вот он. Хоп. Еще. Ты только жди. Ты жди меня. Кать! Ну-ка, крикни! Я ребенка. Вот в начале эфира я показывал. Мы его с дороги увидели. Огромный стоял. Вот здесь вот. Никто не увидит, не сорвал. Вырос большущий. Кать, ты кричал, слыхал, как я радовался? Ага. Один. Ты только жди. Ну так, если погулять, можно найти грибов все равно. Катечка. Хороший. Это ты, наверное. А это кто ты? Это Натаха. Ты, я и Натаха. Красивенький. Натаха больно маленькая, ты показываешь. Ну ладно, это ты. Ты, Натаха и я. Ты маленькая? Да-да-да. Точно, улова. Чистейший. Чистейший вообще, ребят. Белый, как снег. Все, уломал. Смотри, это ты, Натаха, а это я. Нет, это гнилой весь, маленький. Так, еще идти придется. А куда? Ищи, как же, ну, ищи, говорю. А Натаха переехала. Да. Можешь пройти еще? Давай. Ты будешь ждать? Да. Я пойду тогда вон там еще по старой дорожке. Так, мачеха опять отправила, ребята, за грибами. Я все вижу, дочь сказала. Ты переехал. Ты переехал. Вот они. Два красивеньких, чистейших, ребят. Они прям похожи одинаковые. Тут крепкий такой. Красота. Так, Костенька, хорошо, когда у тебя хорошее настроение. Да, ага. Я тоже люблю, когда у него хорошее настроение. Вот в лес выбрался хороший, а так караух. Мимо беленьких прошел. Переживаю, иди к ней. А за Катю не переживайте. Мы так всегда ходим. Она посидит, я сбегаю. 5 минуточек. И только жди. Еще надо один грибочек найти, ребят. Так что глаза раскрываем поширше. Ты жди меня. Не, мы подстрогать хотели, а она гнилая оказалась. Блин, хоть бы попался еще такой красивенький. Так, так, так. Вон какая-то волнушка тут.
ты только. Малыш, ты что съел, козел? А? Не жри все подряд тут. Непонятно, что за грибочки. Кто-то тут выкапал, смотрите, ямки есть. Угу. И тут что такое? Что это такое? Что за гриб? Никогда не видел такой крепкий какой. Ну, несъедобный. Еле ногой своротил. Беленькие вы где? Нам очень нужные. Хорошо бродить по лесу с карамелькой за щекою. А еще одну для друга взять кармачек про запас. Потому что я там очевидь строй. Я там очевидь, что там в этом мире, да. А там так, вот старая дорога. Здесь есть грибы. Так что будем искать. В этом мире, да, братан. Эх, подосиновый как-то не видать, ребят. Заметили? Берите, но они... Тут вот сыро может быть. Иногда прямо туда заглядываешь, а они там под обочин, под этими бугорками живут. Сырая дорога. Где вы, грибочки? Где, наверное, сырым? Солнца не хватает. Потому что... Я вот раньше срезал всегда грибы. И всегда это вечный спор. Кто говорит срезать, Костя, я комар на лбу... Да я их не чую, мне пофигу. Нет. Кто говорит срезать, правильно. Кто говорит вырывать, правильно. А я склоняюсь к тому, что если срезаешь, корень остается, гниет грибник. Вот, поэтому выдираешь, она же паутинка там и остается вся. Целенький, здоровый. Ничего не гниет, как зуб. Поэтому всегда надо выдирать с корешком. Дабы грибница не за это вот. Хотя в природе все так создано. Даже если гриб перегнил, да, наверное, удобрение. Ну, что-то пытаемся что-то сделать. Смотрите, брусничка какая. Катя, не буду рвать, потому что руками нахватался за эти гнилые грибы. Вот. За этим деревом всегда беленькие стояли. А сейчас нет. Он там уже сушеный. Можно сушеный брать. Потому что... Эй, беленькие вы где? Беленькие красивенькие. Я говорю, вот там, где Катя стоит, всегда ездили сюда. Там и справа березы. Никогда у грибов не было. Она один год пристала. Посмотри, иди, там есть белый гриб. Я говорю, Катя, там их никогда не было, отстань. Иди, смотри. Пошел, стоит. Стоит гриб там белый. Вот так вот. Наверное, я так сильно хотел, что он там вырос сразу. Эх, тишина и симметрия. Где же нам взять
третий грибочек-то. Потому что. Лезь, лесочек, подари грибочек. Белый боровик под березовик. А почему? Плохо на свете, плохо на свете. Жить одному. Жить одному, знаю. Птицами зову. Малыш! Только тех, которые летают. Птицами зовут. Вы помните эту дорогу? Кто внимательный? Так, приветик. Так, у грибов корня нет. Надо вырывать или выкручивать. Нет, грибница это и есть корневая система. Как это нет корня? Корневая система это паутина грибов. Птицами зову. Я считаю, что грибы, они как эти. Как нервы в зубах. Вот что-то такое. Похоже на гриб. Блин, может мы тут еще один найдем, полазим. Эй, грибочек, ты тут есть ли, нет ли? Золотой ты мой. Вот что это такое. Съеденный, подъеденный. Думаю, нету, ребят, грибочек. Птицами зову. Куда полетела? Как же так? На этой поляне всегда по штук 20 белых бывало. В одном месте. Сейчас нету. Кать, надо с собой ведро воды привозить. Поливать грибочки. А? Лейку. Кого? Лейку. Еле-еле Наташку нашел. Вот она. Прям поганка натуральная. Что, молодец я? Добрый день, всем привет из Сочи. Это я, это ты пришла в миске. Прилипла ко мне тут. Прилипала-то. Так, у грибов. Сочи, приветики. Ниночка, приветики. А мы в лесу отдыхаем. У нас тут тоже надо вот убрать за собой пленку. А это... Наташке температура есть, спроси. Не знаю. Наташке температура есть. Она шке заходилась. Она заходила, говорит, это было, потом вроде маленько не было, а потом опять. Птицами. Я весь сырой насквозь. И так всегда ты в лесу. Надо чайку отведать. Ага. Не гакай. Где шоколад? Кто притащит? Кто к нам идет? Коль, смотри-ка, что хотел спросить тебя, смотри-ка. Вот, допустим, у меня есть дом, да? Я решила его кому-то подарить.
Ну, не важно, кому там, кому будет. Подарила, я за это тоже буду платить? Нет. Дашься, я... Да, вот только недавно обсуждали этот вопрос. Да? Не будешь. Родственной связи, если то нет. Если я что? Ну, если родственной связи, то нет. Нет, а если нет, родственной. Ты что, дом хочешь кому отписать, что ли? Нет, я тебя брошу сразу. Я тебя одурел, что ли, старче? Москве привет, лет шикарный. Привет, привет, Людмила, привет. Я примеру говорила. Наташа как раз рыжая. Нет, только родственным снязью. А если я кому-то захотел просто... Ну, вот увидел бомжа и решил ему подарить дом. Меня, что ли? Я не знаю, Кать. Нет, чужим надо кому-то налог платить. Я должна заплатить за то, что я подарила. За обогащение, да, ты платишь. И он, наверное, тоже за то, что получил. Давай не будем это. Привет, здорово у вас в лесу. Траву щиплю и вас слушаю. Хорошего отдыха вам, Катюша, красоточка, Костя, молодец. Что траву щиплю? Ниночка, Сочи. Ага. Где это? Наверное, козичка, наверное, ходит. Ням-ням-ням. Шучу. А, блин, хорошо, ну это. Вообще хорошо тут. Кать, налил тебе, сейчас подснимет капельку. Здесь не кайф, ребят, здесь кайф. Не, надо матрас двуспальный все-таки надувной покупать. У нас есть он маленький, это Катя. Там автоматически кнопочку нажал, он надулся. На двухспальный. Я бы сейчас завалились бы тут и лежали бы. И полок. Может, на дерево повесь, полок же у нас есть. Надо один, еще один. Вот сколько здоровья. Все здоровье здесь в лесу. Надо чтоб дышать. Чтоб со мной не спал ты. Слава Богу. Хоть ты дома останешься, что ли? Нет. Нет, просто еще один маленький просто купить. И зачем двухспальный? А? Да нет. Все брошу, пойду кофеек заварю. Так аппетитно с вами. Надо, надо, золотушечка. Он что, приставает, смотри-ка. Угу, молодец. Смотрите, пора тебя переделать. Кто будет делать? Пора, должен уже, да. Ну что ты, иди сюда. Иди, какие-то колючки у тебя, вся морда у тебя в паутине. Ой, хорошо так. Иди в воду. А, сходил, сырой. Где-то нашел все-таки лужу, молодец. А он тоже тут все знает, сколько ездим сюда. Эти матрасы быстро... Спотыкаются выброшенные деньги. Нет. У нас порядок. Ну, как тратить это? А мы что, мы, наверное, за 3 года 2 раза надували, да? 3, наверное, 3 раза. На улице. Гусаева брали. Один раз дома. Да-да-да, Наташа спала на это, на полу. Мы ей включили, чтобы надуваться, а пробку не закрыли. Я говорю, ты ложись, она сонная. Я говорю, ложись, сейчас включу, он надуется и все. Она лежит, он гудит, она, ма, я замерзла. Полу спит там, пробку-то мы не закрыли. Полетела. Ой. Держу, держу. Ну-ка, стомая. Наш прослужил 4 года, прокалывается. Я в Москве, когда работал-то, у Мишки Уширокова, он в консьержке, это, и у него там матрас надувной тоже. Надуешь его, ляжешь, просыпаешься на полу. Прям угоняю. Ага, прикалываться. Так, привет, Катюша, давай, давай, приставай к Косте. Здоровья вам, милый. Спасибо, я тоже чай гоняю с вами. Постоянно за вас смотрю. А сам ты как малыш, весь в какой-то паутине. Вон, весь в паутине. В елочках. Нехорошо. Малыш, ты ляг, полежи. Вот дурной такой, и носится за всеми, да, птичками, ну, букашками. Полежи, отдохни. Эй, грибочек упал. Ты что, надурел? Угу. Вон какие. 2 штучки нашли. Беленькие, чистенькие. Пахнет. Ну, маленькая кастрюлька супа душевная получится. Али просто мы их заморозим целиком вот так. И кому-нибудь потом подарим вот так. Красивый. От всего сердца. Держите, ловите. Я так люблю тоже. Кучки 3 штучки. 2 у нас. 2. А третья-то вон она. Ну, чуть-чуть. Валяется. Дашь попить-то. Ты будешь мяско доедать, а то малышу отдам. Я нет, не буду. Спасибо, Костя, не хочу.
А дома суп есть. Малыш, малыш. Малыш, это я, Катя. Малыш. Говорит, будешь мясо доедать, я малыш, а то малышу отдам. Я говорю, я не буду. Ну, вот когда малыш, это я. На. Давай, иди, малыш, малыш. На. Когда мы чихнем. Говорят, кормить тут всех. Все, все, давай, иди сюда. Где? Ну, иди сюда, козел. Трава в зубах у меня. Ты что, в зубах ковырял? Иди сюда, малыш. Все, слетел, слетел. А, нет, иди. Как? Хитрый там. У нас у там, как ее, колючка, что ли? Не идет. Не колючка, трава. Ну, сах прилипла. Малыш, иди, Костя, у тебя тряхнет. Так, что делать? Уже, вот, сейчас вот, поедем, нам надо сейчас... Смотри, вот тут вот, стряхнемся. Вот, морковка у нас лежала-лежала, и так она мягкой стала. Сейчас что я хочу это? Опилок сейчас я влажный запихаю ее, пускай полежит. Давай. Там. Не, больше я сажать ничего не буду, нафиг надо. Только зелень надо сажать, да? Ну все, а эти грядки бетоном залить, туда статуэток наставить. Здоровья вам, милые. Спасибо, ребят. Катюша, давай, давай. Угу. Так, добрый день. Добрый, добрый. Приветики. Еще хоть бы пару грибов найти. Срочно мало ведь для супа. Привет, Фирочка. А у нас есть дома еще. Пойдет. Я уж устал ходить за ними. Угу. Еще с телефоном идешь. Да. Клен там на полянке стоял прям. А вот Диму такой, Катя, опять стоял. Весь съеден. А это хорошенький, вон какой. Богатырь, богатырьской. Чистейший прям. Такие я люблю грибы, больше всех. А? Попет. Сейчас я эфир не буду включать, поедем вместе домой посмотреть, как в полях люди работают там. Караул там. Давно такой осени не было, что 15 тигра, так лето, тепло. Впрочем, полмесяца дождей не было, как здорово. Приятного чаепития. Спасибо, а нам спасибо, Леночка. Дождиков не очень хорошо. Дождик надо. Добрый день, как хорошо отдыхайте. Приятного времяпровождения. Спасибо. Ну все, в лес пошла. Что лежать, смотреть, зайца давать вам туда. Завидовать вам. Грибочки, как с картинки. Ага. Красивые. Для супчика нормально два грибочка. Конечно, это даже хорошо. Хорошая кастрюлька. Новая кастрюлька-то у нас вообще. Обалденно. Сейчас мы тот супчик доедим сегодня, а завтра сварим что-нибудь. Да не, я не буду обещать. Для меня это тяжко вообще. Обещание. Она меня из дома выгоняла вчера. Суп я не сварил. Голодовку объявила. Так, здорово. А медведей нет в ваших лесах? Нету. Приветики, мухоморчики. А у нас в Германии холодно. На следующей неделе обещают тепло. 23.09 у меня день рождения. Привет, привет, Эллочка. А сегодня я даже не знаю, какое число. Наверное, 15-е. 15-е. А сегодня у Натахи день рождения. 15? Опа, 10 рублей. Мои, наверное. Мои, говорит, наверное. Иди уж, мои. Мое все. Я тебя очень люблю. Любишь меня? Прости меня, пожалуйста. Так, давай, я пойду все собирать, потихоньку поедем, да? Грибочки тут. О, у нас еще яички, колбаса. Ура, живем. Сейчас мусор надо собрать вот тут. Это все собрать. Все мусор. Все мусор под собой. О, чаек. Спасибо всем большое, спасибо. Какой термосок у нас красивый, да, Катя? Термос у нас отличный. Термосок. Ой, какой он теплый, батарейка. Батарейка. Это только крышечка теплая. Да? Потому что я сюда набила, да? Опа! Чи-чи-чи. И Катюха чи-чи-чи продавала. Не надо, не надо.
Надо, надо. Чуть Катьку не забыл с грибами. Хорошо, про грибы вспомнил. Так, собираем. Так, окна закрыты. А, руку вытащи. Так близко, больно мне кость. А, вот так. Так. Пора, ребята, Шевроле Ниву нам уже покупать. Мецената есть? У нас тут нет, любимый наш. Клинус. Так, привет, кем мы плачем от дождей? Тут каждый день. Да. Кому чего? А вот на дождике хорошо. Зачем нам свет? Тетелушки, тетелушки. Да, как на мотоцикле ехали и прям с обочины грибочки собираешь. Прям с мотоцикла на слазе. Были времена. Не, бывает грибной год. Вот позапрошлый год было два замеса. Июль и сентябрь. Конец августа, сентябрь. Грибов полно. Сколько мы сушили без остановки. Так, едем на обочину, глядим. А вдруг третий попадется, а? А? Тогда Вика нашла здорового, да? Потом на том месте еще кто-то нашел. Кто с нами, девочка маленькая? Наташка ездит. И я потом там нашел. Надо сейчас вылезти, там посмотреть, пройти, да? Как думаешь? Целый круг делать далеко. Ой. Ой-ой-ой.
Откуда там это полено лежит? Гляну, мы здесь всегда беленькие находили. А вдруг есть. Всем приветики, приветики. Кого не видели? Мы в лесу, ребята, в нашем замечательном. Ходим, смотрим грибочки. И вот здесь всегда белый гриб был. Рос. Может, его уже кто сорвал? Они уже сухие тут растут. Грибочки, и вы где? О, муравельник. А где муравьи? Есть хоть тут кто? Что-то засохший какой. Не видать. Сухо, сухо. Кать, маленько пройду. Малыш, да, следом бегать. Малыш слева. Блядь, это кресло не предусмотрено для него. Один раз только я его в машину затаскивал. Вот здесь под корягой грибочки росли. Но не всегда повторяются. Все время так тянет за грибами ходить, так это здорово в лесу мотаться. Добрый день, добрый, добрый. Все, поедем потихоньку. Нам еще сейчас поле надо проскочить, лишь бы трактор там не ехал впереди, а то это уже шуматоха. Каких-то поганок полно. Всяких сыроежек. Это кто тут нарыл? Кроты, что ли? Девушка, подвезете до деревни? Заплатишь? Естественно. Так, едем дальше. Какие грибы в такую засуху? У нас два. Вот такие. Беленькие, красивенькие. Два штуки нашли. Ага. Час гуляли. Не важно. Так нету, да, блин. Жалко, да? А, хорошо как. Угу. Он был, ты видел его? Малыш, малыш, ты где?
Дождик, где же ты? Ну, полей скорее, прогони гусей. Сейчас надо мойку доставать, машину мыть. Три раза на донышко сели. Это у нас картоха тут копает. Ой, какая херовина стоит. Здорово, Серега! Картоху хорошо убирать, это не сырая, сразу сухенькая поедет в ангар. Ой, одна мелочь, что картоху тут. Может, это уже в ангаре? Нет, она после копалки лежит. А, наверное, это крупный, я думаю, уходит в этот, в телегу, а мелочь просеивается, остается на борозде, скорее всего. Рыжики, у нас все растут. Рыжики, волнушки, чернушки. Но мы их не берем. Мы белые, под осиной, под березой. Что там еще есть из этой серии? Волнушки, чернушки, рыжики. Сырышки, грузди. Ну, так все есть. Просто мы не умеем особо собирать. Так, нам надо успеть проскочить. Вот где этот зараз? Не видать его. Смотрите, что. Это сзади такая пыль. Это я еще не разгонялся. Караул. Или уже убежал. Он тоже так любит делать, паразит. Я как маленький ребенок, я люблю такие вещи глядеть. Ой, фу, Катя, что у тебя тут творит? Ой, окно надо просто закрыть тебе. Катя, не видать за песчаной бурей. Вон что творится. Надо просто побыстрее ехать, я думаю, сзади будет песок, правильно? Фу, Катя. Да, наверное. Вон аж. Вон кто-то по кукурузе лазит. Я, наверное, я.
как? Ты нормально, моя хорошая? Как, я не знаю, почему. Ты можешь зайти от нотки. Ты что, откуда так? Ну, дверь куда, я думаю. Оставлю открытый вот так. Ой, караул. Еще навстречу нам кто-то. Здорово. Газу. 60 идем. Ралли Париж-Дакар. Они в противогазах катаются. Смуглянка, молдаванка. Сейчас говорят, отмыть двери надо будет. Можно, наверное, кран открыть, да? Да нет, это не печку дует, это двери худые, гнилые. Еще какой-то едет вон навстречу. Ну и пылюка. Ничего не дать. Вот наша плотина, ребят. Вот плотина, вот ферма, прямо вот ворота, видите? А за эту ферму 100 метров прямо вот здесь наш дом. Шум какой красивый. Откуда с обратной стороны вода-то льется. А, это она оттуда попадает вот сюда и здесь. А что это плиту открыли зачем-то? Непонятно. Было воды много, прям через верх текло. Это наше озеро. Красивое. Мы ребятишками раньше здесь купались. Это вот только-только сделали такую безопасность. Раньше ничего не было. Раньше отсюда прыгали. Доску ставили большущую, длинную. Трамплин. Ну, кто-то рыбачит там. На лодке. Красиво. Штиль. Полный штиль. Это плотина. Она потом туда утекает и попадает в гусеречку. Гусеречка в Аку. А здесь она вот куда текет. Вот туда, видите? И пошла. Вот эта горка здесь, сколько? 5 метров высота, да? Леха оттуда на Запорожце летел, у него капот открылся, он не видит ничего, Запорож не осилил, и он задом, и вот в эту канаву упал. Это было что-то. А я здесь на тракторе гусеничном подымался. Красиво. Опа! У нас как в Сахаре, верно, ребят? Какой тут чернозем.
У нас в огороде то же самое. Нифига вы сальто сделали. У нас в огороде такой же песок. Ну, картоха растет, живет. Вот сколько годов сажают люди. Вот сейчас приехали новые директора, купили колхоз. Говорят, будут поднимать это, и картоху, и животноводство. Дай бог было. Сюда руки-то приложить. Тут и так было все хорошо. Пока не развалили все быстренько. О, открыт, Кать, ворота. Круто. А там нет ворот. О, сейчас проедем напрямую через ферму, ребят. Год назад это все функционировало. Сюда вложиться денег, вон, дворы. Сколько работы будет сразу. Кать, пойдешь со мной сразу на ферму работать? Как раньше, да? Только я директором буду фермы, да? А ты работать. Это Владимирская область, Гусеро-Стальный район, деревня Уляхина. Это вот через ферму, ворота открыли, мы проехали тут. Раньше вот тут я работал, вот ферма. Вот ферма. А вот крыша первая виднеется. Вот. Где она? Вот она. Это наш дом. Вот, засекайте буквально 100 метров. Вот контора. Вот наш дом. Туда центр деревни. А, мусор еще не собрали. Вот наш домик. Вот наша машина вторая. Продаю по запчастям. Кому что надо, ребят. Мосты, движки, все целенькое. Ага. Так что, если что, обращайтесь. Он беленький стоит, сидит, что-то начесывает там, намывает. Ты кого, нас намываешь? Все, мы дома. Белый, белый, белый. Бежит скорее. Иди, иди. Мяу, говорит, привет. Все, ребят, давайте пока-пока. Буду пока Катю собирать, да, думать будем, что дальше делать. Так. За малыша переживай больше все за себя. Сейчас прибежит, не переживайте. Он тут все знает. Я вам покажу, не переживайте. Пока-пока всем.